Добро пожаловать, мои дорогие друзья! С вами Мадам Игровой. Сегодня у нас игрушечка под названием Shadow Fight 2. Обычная, оригинальная версия, которая вышла у нас в 2014 году. И мы ее будем проходить, будем играть. И все будет у нас здесь нормально. Я уже проходил Shadow Fight Special Edition, специальная версия, но она была взломанная на кристаллы и на энергию. А это у нас оригинальная версия. Ну что, давайте не будем болтать, не будем рассусоливать, так сказать, а будем, так сказать, начинать. Так, сенсей, прекрасно! Мой зазнавшийся ученик вернулся. Я вижу, ты потерял свое тело. Какое несчастье. Да, скорее всего, потерял, да. Я черный. Темный, так сказать. С другой стороны, теневая форма дает тебе особую силу. Скорее всего. Сначала покажи, как ты двигаешься. Хорошо? На. На. Вот так могу, вот так. Я вам могу вот так вот. Хорошо, теперь бей грушу. Хорошо. Тац. Тац. Нан-нан. Да, впечатляет. Но груша не может дать сдачи. Посмотрим, как ты покажешь себя в бою с моим учеником. Да, без проблем вообще. Хорошо, давай. Давай, кто здесь? Ну, Кенджи, Кенджи, давай сюда. Сейчас быстренько с тобой, так сказать, на раз-два, чтобы не париться. Быстренько, ай-два. И тебя просто нету, на-на. На, ух ты, ух ты, ух ты. На тебе плюшечку, плюшечку, на. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. На. На тебе еще с ножошечки, так сказать, подкатик. На. Так. Плюшечку в головушечку. На. Деп. А ну, я брутал, нифига себе. Ах ты, па! Ах ты, гаденыш. Последняя плюха, последняя. Есть, друзья. Это наша первая победа в этой идеальной, прекрасной, офигенной игрушенции. Игрушечка офигенненькая. Так, файт, второй раунд давай. Мы здесь с тобой сейчас побыстрее, я думаю, расправимся. Так, ну, да, нужно ноги использовать, а то я никак ноги не могу использовать. Да ё-моё! Шайна, швайна. На еще, все. Это, на этот раз как-то было все намного уверенней. Так, сколько я 80 монеток получил? Brutal Style, в смысле, Brutal, а, стиль какой-то, First Strike. И прайс. Прайс 70. Угу. Максимум комбо 3. Ну, ну, отлично. Отлично. Я не сомневался в тебе. Теперь тебе нужно купить оружие. Да, нам нужно лучше, так сказать, с оруженцем. Нам будет намного. Мы будем себя чувствовать увереннее. В теневой форме ты не можешь умереть. Предлагаю сразу вызвать на бой одного из демонов рыси. Давай, попробуем. Я знаю, где найти его. Открой свою карту. Да, я тоже знаю. Я уже... Так, телохранитель рысь. Квадратик — это один телохранитель. Нам нужно победить 5 телохранителей, чтобы уничтожить этого гаденыша. Ну, давайте, я думаю, сразу же в боёк. Так, рысь! Кто ты такой? Я не собираюсь тратить свое время на какого-то жалкого червя. Я не червь. Это Шин, слабейший ученик в моем ордене. Победи его, если сможешь. Тогда, возможно, ты заслужишь право сразиться со мной. Ну давай, давай, с этим гаденышем, то с этим... Так он же худой, как косточка. Мы с тобой сейчас быстренько расправимся и не будем париться совсем, а определенно легкий бой у нас будет, определенно легкий бой. Так, гаденыш, уйди отсюда. Смойся отсюда, гаденыш ты, шинчик. Шин-шин, шина. Так, давайте, давайте ему побыстречку побыстрее. Да ты, я вижу, ты окончательно офигел. Да побыстрее с тобой нужно расправиться, чтобы они... На! Есть! Нормально, нормально. Отлично. Раунд два. Хорошо. Давайте с подкатиком его. А, не успел, так сказать. Ну, придется тебя замочить своими ножами, недавно купленными, так сказать. На, ножи выбил ножи, так сказать. Офигенно. Да ё-моё, с ТикТоком у меня проблемы. Так, смойся отсюда, смойся. Все, первый телохранитель уничтожен. Уничтожен, из-за него я получил почти что 100 баксов. Ну, 100 монет, точнее. 100 монет я за него получил. Рысь! Я глава Ордена Ассасинов. Ты слишком ничтожен, чтобы сражаться со мной. Но твоя драка с Шином меня немного развлекла. До встречи. Пока, братан, я не буду с тобой париться. Акт 1. Перерождение.
Мэй. Привет, меня зовут Мэй. Я спец по оружию и доспехам. Лучшая в этих краях. Могу я поработать на тебя? Ну, в принципе, а если нет? А если, например, нет? Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Да хорошо, ну хорошо, давайте будем работать, а почему бы и нет? Отличный выбор. Теперь твое снаряжение будет в идеальном состоянии. И я помогу тебе с любыми проблемами. Ну хорошо, отлично, отлично. И вот тебе мой первый совет. Ты можешь зарабатывать монеты в турнире, конечно, прикольно. В каждой стадии противники все сильнее, но приз и, ну и приз больше. Хорошо, отлично, отлично. Так, турниры. 24 боя нам нужно провести. Нифигашеньки себе, я вам скажу. А вот телохранители, как всегда, невозможно. Ну давайте сразу же будем посмотрим, что у нас здесь по доспехам. Здесь у нас ничего. Шкатулка кристаллов. 190 юан, гривен точнее. Так, давайте, я думаю, турнирские будем фигачить. И у нас здесь обезьяночка. Обезьяна, мы тебя сейчас полностью уничтожим. Максимально уничтожим. Так, давай, есть, есть, сразу же страйк, хард хит, а, блин, она тоже сопротивляется, гаденышка, так сказать, обезьяночка. Ну, обезьяна, это, скорее всего, он или она, не, ну, да, это он, но почему обезьяна, я не понимаю. Так, комбо 3, хай хит, да, хорошо, что не хай кик в голову, прям с правой, пац. Так, еще тебе по заслугам, так сказать. Да почему ты так сопротивляешься? Не сопротивляйся, я сильнее, я с ножами. Да ё-моё. На. Ух. Еще. Еще один с ноги. Нога. Есть. Хорошо. Брутал. Я хард, а она брутал. Точнее, он. И за это у нас 50 монетушек. Ты великолепен, зарабатывай монеты в турнире и покупай снаряжение, чтобы победить бойцов рыси. Ну конечно, мы будем сражаться, мы будем уничтожать этих гадов. Это враги, это плохие, это нехорошие люди. Сенсей, неплохо, ты получил новый уровень 2. Твои умения возросли, давайте в профиль зайдем. Давайте, конечно, посмотрим, что у нас двойная подсечка. У вас нет изученных умений. Двойная подсечка, изучить. Отправляйся в додзе и попробуй новый прием. Хорошо, так, додзе. Вот это додзе. Дожми вниз и ногой, чтобы сделать двойную подсечечку, да? Вот так, ага, вот так. Ты можешь посмотреть все свои удары в профиле. Хорошо. Обрати внимание, что блок ставится автоматически, если ты не делаешь другой прием. Ага. Есть. Ну, классно. А теперь вернись на карту и продолжи свой путь. Без проблем, друзья, без проблем. Ушек, мы будем фигачить и уничтожать. Так, у нас как, здесь, как всегда, невозможно. А здесь мы можем помочиться, пободаться, так сказать. Но это у нас Жало, зовут Жало. Это какая-то девушка, и мы ее будем уничтожать. Она враг. Она на нашем пути. А, это... Блин, ни хрена себе в головешечку залетела предсмачно. Но мы уберем и эти жало во твои. Мы оборвем твое жалко. И мне тебя не жалко, потому что я убрал твое жалко. Уничтожил, так сказать. Выбил. Так. Да блин, она с ногами тоже офигенно орудует, так сказать. Но мы ее сразу же уничтожили своими ножами за 50 монет, за 50. Это наши первые вложения в наш путь, так сказать. Да блин. Опа, хорошо, хороший хакит, брутал хит. Хороший хэт, но нож хэт. Так, давай быстрее. Нет. Ты меня просто так не возьмешь, я тебе что? Опа-на, мы никого... Опа-на, мы зарезали кабана. Так, почти 100 монет, отлично, тебе нравится, ну да, но позже, мы, у нас здесь прохождение, у нас здесь третья стадия, и мы идем в бой, прям в бой на уровне сложности сложно. Шутница. Уровень сложности сложный. Как-то странно было, если честно. Так, у нее такое оружие, как у меня, но она...
Так, на, есть, давай. Мы, Вася, иди отсюда. От меня я первый. Не-не-не, меня так не возьмешь просто. Пошла ты. Нормально, нафига. Не-не-не, пожалуйста. Первая победа, друзья. Первая победа. Это поражение. Ой, точнее, поражение. Первая победа, если поражение. Какая победа? Так, нам нужно внимательней. Побыстрее. И вот... А, не-не-не. Иди отсюда. Иди от меня. Оп. Гад. Так. Не-не-не, не нужно. Ну, блин, хотя бы одна победа. Пожалуйста. Не-не-не. Все, это поражение. Это чисто поражение, друзья. Это чисто просто царапин. Ну, конечно, царапин. Ой. 3 монеты. Окей. Ох. Похоже, тебя сильно побили. Твое снаряжение бесполезно в этом турнире. Далее. Пора купить новый какой-нибудь доспех в магазине. Да, ну давай, думаю, купим, чтобы не париться. Так, что у нас здесь есть? У нас есть роба за 150 монет и за 12 кристаллов. Ну, кристаллы, я думаю, тратить не буду, я их буду копить, скорее всего. Давайте, я хочу купить. Здесь у нас шлем за 180 есть и новые оружия за 200. Значит, там сколько нам нужно собирать 380 монеточек, чтобы мы себя чувствовали более или менее комфортнее. Да, придется нам не сладенько. Ну что, давайте, я думаю, добьем ее, чтобы третья стадия хотя бы была пройдена. Эту иглу, точнее шутницу. Гаденыш, так сказать. Плохая. Так. Ее, ах ты. Ну, да блин, почему она сразу херначит в головешку? Чего она такая сложноватая, ё-моё? Точнее, это первая сложность, так сказать. А, ну, на. Сейчас мы ее победим. Не-не-не, я первый. Даже не надейся. Есть. Все, отлично. Так, отличненько. Первая победа есть на харде. Прям на харде замочил ее, так сказать. Прям на харде уложил. Так, ну что, файт. Сразу же плюшечка в головешечку. Ну, у нее урон, она фигачит. Она сразу у меня сколько выбирает. Может, у меня... Я тоже так могу, наверное, да? Вот это был бы хороший удар, но я его просрал, так сказать. Давай, пацан, вставай. Ну, ё-моё, давай, подходи. Не нужно так, не надо. Она блоки ставит, Она чисто ножами всю жизнь фигачила. Давай, пацан. Нет, она агрессивная. Давай, еще. И пацан, не. Ну, давай, ну, ё-моё, ну, чуть-чуть же осталось. На, есть, еще. Есть! Грит! Файт! Виннер! На грани, прям чуть-чуть оставалось, даже меньше, чем точка победы. И у нас 140 монет почти. Фу, друзья, да, это было нереально офигенно. Даже я не знаю, продолжать ли мне. Наверное, я продолжу, так сказать, потому что, как кажется, пора задуматься о покупке нового шлема. Ну, конечно, я хотел его давно купить, тем более я копил. Нам осталось оружие, 200 монетушек насобирать. Давайте, я думаю, четвертый бой как раз налегко. Здесь невозможно, а здесь легко. Отлично, давай. Прям налегко захерачим железного. Ты не железный, ты дерьмовый. Ё-моё. Так, ну чё, железячка, давай тебя тоже прям на изи тебя моно уложить. Ну, по крайней мере, мне так написали. По крайней мере, написали мне, что тебя можно на изи победить. Ну, давай попробуем, давай. Да пободаемся, ё-моё. Ты как-то прыгаешь, как обезьяна, как первая обезьяна. Первый враг был на турнире, точнее, соперник обезьяна. Да ё-моё, ну почему ты мне плюхи выносишь? Меня же шлем. Меня уже броня есть, шлем есть, оружие первое есть. Но мне, я коплю на второе оружие. Так, пошел отсюда. Фу, воняешь, фу. Грязь. Фу. Ты вонь. Так, вниз. Пам. Пам-пам. Есть. Прям тут, прям четко, прям идеально, прям отлично, прям офигенненько вышло. У нас получилось тупо супер. Так, еще давай... А мы сможем не сможем, наверное. А, сможем. Ну, можно попробовать, конечно. А ну-ка. Я хочу попробовать на без удара победить.
Ну, наверное, не получится, если он бьет удар и мне... А, точнее, он меня... А, да, все, не получится, он меня через бедро бомбанул. Гад! Гад! Ну, гаденыш, ну, ё-моё, это же нечестно. Так, давай еще пару плюшек, чтобы тебе было просто весело. Весело. Так, вниз. Оп, ба, ё-моё. Не проканал прием. Все-таки мне нужно еще учиться, так сказать. Нужно к сенсею на уроки походить. А то меня немного... Ай, ё-моё. Зрители смотрят, так сказать, из трибун. На трибунах сидят, орут. Тень, давай. Все, наконец-то плюха последняя в голове. На харде, прям на харде. You win, да, победил. Есть. В дуэлях можно выйти раз в 4 часа. В дуэлях тебе придется использовать выдаваемое на время боя снаряжение вместо своего. Я понял. Ну, на дуэлях мы скорее уже всего попробуем. Или не попробуем. Я думаю, может еще одну пройти. Я даже не знаю. Так, 4. Может еще. Ну, наверное, на этом пока хватит. А может еще давайте бомбанем одну. Бомбанем один бой. Там как раз нормальная сложность была. Блин, нужно было бы эти кастеты с иголочками можно было взять. Так, опять жало. Но я все-таки прозевал. Они там 200 монет стоили, по идее. Мне, по идее, уже хватало. Так, опять у нас жало. И она никак не может смириться со своим поражением. Вышла на реванш. Но мы ее тоже сейчас прям вот так вот. Она же не подозревает, что я сильнее стал. У меня броня уже, у меня шлем есть. А у тебя, как я вижу, ничего практически не изменилось. Ну, мы пока наравне, да? Да, нас энтузиазмом, так сказать, сражается. А ё-моё! На. Я тебя, так сказать, охладись немножко, чтобы не парилась, так сказать. А ё-моё! Хе-хе-хе. Нет. На. Так, еще парочку, чтобы она первая не нанесла мне удары. Есть. Прям на неравных условиях. У нее уже агрессив был, у меня только хард. У меня даже брутала не было. Так. Жалко. Мне тебя не жалко. Давай. Это только начало. Это только... Ну да, она выносит, блин, жестко. У нее какое-то оружие. Так. У нее оружие, блин. А, у нее оружие. Типа эти, ну, такие мечи, ножи, точнее, иголочки, или как они называются, я уже забыл. Так, ну это последнее у нас уничтожение этого жалко, но мне ее не жалко. Так, давай, побыстрее уничтожаем эту же. Ну какой реванш, ну зачем ты рыпалась, ну зачем, ну давай. Ох, блин, тяжелое сражение все-таки, сразу тяжелое. Не, ну зачем, ну мы... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Раунд 3, ну, блин, это пока, да. Реванш она может взять, но не факт. Не! Она чисто за один удар уничтожила то, что я ей наносил где-то ударов 3 или 4. Так, давайте уже, я так сказать, сосредоточусь. Не! На! Не! На! Ой! Не! Гаденыш! Все, у нее чисто тупо один удар, и все, я в неуте! Да, это поражение, это все-таки случилось. Хорошо, я знаю еще один способ заработать монет. Какой? В боях ты на выживание противники нападают на тебя один за другим. Попробуй, хорошо. Больше противников победишь, больше приз. Хорошо, отлично. Так, ну что, друзья, я думаю, на этом мы все-таки закончим. Ну да, на этом все-таки мы закончим. Если вам понравилось, ставьте же пальцы вверх, подписывайтесь. И в комментарии можете заглядывать, писать, что вам нравится, что нет, и предлагать различные игрушенцы. Здесь у нас рысь, потом у нас идет, точнее, отшельник, мясник, оса, вдова и сёгун. Сёгун, а там дальше, кажется, врата теней, вот этот такой чувачок. Ну что ж, друзья, с вами был Модемный Игровой. Всем удачи и всем пока-пока.